Всем привет, всем привет. Смотрите, короче, я пожарил шкварки. Такие вот шкварочки. Вот. И, короче, варю к шкваркам картошку. Вот у меня здесь варится картошка. Вот. И буду, короче, кушать отварную картошечку со шкварками. И соус там у меня есть. Детская народная еда, отварная картошка со шкварками. Сейчас она еще не закипела, сейчас закипит, сварится, и будем, друзья, с вами кушать такие вот шкварки. Все, ну вот, короче, сварила картошечку, картошечка со шкварками, и у меня еще такой этот, короче, соус провансаль. Сейчас, друзья, будем с вами кушать вкусную, сытную еду. Вот такая вот вкусная, сытная еда. Вот, друзья, в общем, если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Такие зажаристые, хрустящие. Взяв соус и следом шкварки. Очень вкусненько. Замечательно.
все-то чуть-чуть осталось, я доедать не буду, я уже наелся, мне уже не лезет. Вот. Спасибо вам огромное, друзья, за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, всем пока.